Добрый день, с вами автосалон Планета Авто. Перед вами Toyota Harrier 2018 года выпуска. Имеет он два двигателя. Один бензиновый на 2,5, 152 лошадиные силы. Второй электрический на 105 кВт. Имеет спойлер 19-18 радиуса диски, хромированные ручки и серый кузов. Перейдем к салону. Черный кожаный салон. Ухоженный, не прокуренный, в отличном состоянии. Имеется мультимедиа, мультируль, круиз-контроль, климат-контроль. Также электропривод передних сидений, полностью настраиваемый под вас. Бортовой компьютер, ABS, вспомогательная система торможения, помощь старт в горку, помощь в спуске. Хорошая аудиосистема и полный электропакет автомобиля. Пробег данного авто 125 тысяч. И он полностью в родном окрасе. Давайте посмотрим.